Спасибо, что вы пришли. Мое имя Кен Ховен. Я преподавал науку 15 лет, и теперь в последние 10 лет я путешествую и говорю о создании, эволюции и динозаврах. На последних лекциях мы говорили о возрасте Земли и о том, что Библия ясно учит, что Земле нет миллиардов или миллионов лет, как говорится в учебниках. В части второй мы говорили о динозаврах, что они всегда жили с человеком. Они не жили миллионы лет назад. Они были в Эдемском саду с Адамом и Евой. Но я взял их с собой на ковчег. Наверное, детенышей. Он был достаточно умным, чтобы не брать самых больших. Достаточно взять детенышей разного пола. После потопа динозавры вымерли по двум причинам. Первая причина – климат очень изменился после потопа. И люди больше не жили до 900 лет. Во-вторых, люди охотились за динозаврами, и в то время они назывались драконами. Драконы упоминаются на протяжении всей истории, а также и в Библии. Люди убивали этих драконов, которых мы знаем сейчас под именем динозавр. Возможно, что некоторые до сих пор продолжают жить сегодня. 11 тысяч людей доказывают, что они видели лохнесское чудовище. Также замечены существа, похожие на динозавров, в 200 частях мира. И я думаю, что, возможно, несколько динозавров еще живут сегодня. Но сегодня я хочу поговорить о вещах, с которыми вы, дети, сталкиваетесь в учебниках. Кто из вас ходит или ходил в государственную школу? Я провел 14-15 лет в государственной школе и в колледже. Много хороших, богобоязненных людей в системе. Мой брат привел меня к Господу. Он скоро пойдет на пенсию, он преподаватель. Моя мама преподавала в школе. Очень много хороших людей в системе. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я против этих людей. Нет. Я хочу помочь им, но в учебниках находится ложь, о которой нужно сказать детям. И этим я хочу поделиться с вами сегодня вечером. Знаете, за 15 лет обучения науке и 10 лет обучения о сотворении, меня всегда удивляло, что два человека могут смотреть на одну вещь и приходить к противоположным выводам. Двое человек смотрят на Великий каньон, оба смотрят на один и тот же каньон. И один человек, который верит в эволюцию, говорит: «Вау, посмотрите, что сделала река Колорадо в течение миллионов и миллионов лет». Христианин, верующий в Библию, смотрит на тот же самый каньон и говорит: «Вау, посмотрите, что сделал потоп за 30 минут». Как сформировался этот каньон? Было ли это мало воды и очень много времени, или очень много воды и мало времени? Видите, на это есть два взгляда. Еще один пример. Кто-нибудь из вас фермер здесь? Кто-нибудь знает, что это такое? Что это такое? Это приспособление для рождения теленка. Это что? Приспособление для рождения теленка. Понимаете, иногда корове трудно родить теленка. Один конец этого приспособления накручивает на ногу теленка и... им вытягивают теленка из коровы. И при большом давлении это не составляет трудностей. В один день фермер принимал рождение теленка, задние ноги которого выходили первыми. И это нехорошо. Он взял это приспособление, привязал его к задним ногам теленка и старался его вытянуть. Городской житель остановился, чтобы посмотреть, что происходит. И тут фермер закричал: «Эй, подойди, мне нужна твоя помощь!» Бедный житель сказал: «Сэр, я ничего не знаю про телят!» Фермер попросил: «Ты только помоги мне, и все!» Городской житель согласился, выпрыгнул из машины, перепрыгнул забор и помог фермеру. За все время он не сказал ни слова. И где-то через 10 минут после этого они пошли мыться, и фермер сказал: «Я хочу вас поблагодарить за помощь!» Городской житель сказал: «О, я был рад, я был рад». Фермер спросил: «Видели ли вы что-нибудь подобное?» Он ответил: «Нет, я не видел». Тогда фермер сказал: «У вас есть какие-то вопросы?» Он ответил: «Да, сэр, у меня есть один вопрос, который мучает меня уже 10 минут». Фермер спросил: «Что это за вопрос?» Городской житель сказал: «Сэр, как вы думаете, с какой скоростью бежал этот теленок, когда он врезался в корову?» Нет, это не то. Два человека смотрят на одну вещь, и один из них делает неправильное заключение. Знаете, Библия предупреждает во 2 Петра, главе 3. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Знаете, что есть люди, которые насмехаются над Библией? Я встречаюсь с ними регулярно, я их притягиваю как магнит. В Библии говорится, что они будут поступать по собственным своим похотям, говоря: «Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». Это очень интересная
И важная фраза. Ругатели думают, что все, что происходило сейчас, происходит всегда. Медленные, постепенные процессы. Миллионы и миллиарды лет. Библия говорит, что думающие так не знают. Что на греческом значит «тупой по собственной воле». Ругатели не хотят знать, что Бог сотворил небеса. И что небеса и земля составлены из воды и водою. Интересно. Первоначальное творение отличалось от того, что мы видим сегодня. Мы говорим об этом на видеокассете номер один. Но ругатели не знают, как Бог сотворил небеса и землю, создание. А также они не знают о разрушившем землю потопе. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Мир был уничтожен водою, потопом. Они не хотят поверить, что был мировой потоп, потому что это значит, что Бог может судить свое творение. И Он судит, кстати, если Он хочет. И Он приходит разрушить мир опять. На одной машине я встретил надпись «Иисус приходит, и какой Он злой». Одним из ругателей был Джеймс Хаттон, который ненавидел Библию. Джеймс жил в конце 17-го столетия. Он был одним из первых людей в западном мире, учивших, что Земля старше, чем все думают. В конце 17-го столетия все думали, что Земле где-то около 6 тысяч лет. Не все были христианами, конечно, но в то время люди были под сильным влиянием Библии. Джеймс Хаттон пришел и сказал, «Я думаю, что Земля намного старше». Вы должны понять политику этих времен тоже. В то время во многих странах происходили революции. Люди пытались избавиться от царя. Американская революция, французская, германская, польская. Они свергали царя как форму правительства, монархию, и устанавливали демократию, народное правление. Они думали, что Библия стояла на ихнем пути, потому что Библия учит чтить царя. Поэтому они старались дискредитировать Библию, чтобы улучшить свою политику. Джеймс Хаттон пришел и сказал, «Я думаю, что Земле миллионы лет». Его книга глубоко повлияла на молодого адвоката Чарльза Лайела. Джеймс Хаттон придумал эту идею, которую он назвал униформизм, в которой говорится, что настоящее – ключ к прошлому. Нет, извини, Джеймс, Библия – это ключ к прошлому. Но он все же думал, что настоящее – это ключ к прошлому. Его книга имела глубокое влияние на адвоката Лайела из Шотландии, который тоже ненавидел Библию. Как-то кто-то подсчитал, что если собрать всех адвокатов и поставить их на экватор, то нам всем будет лучше.